предпринимателю на заметку. Семинар, который в Центральном дворце культуры провела Щелковская торгово-промышленная палата, был посвящен изменениям в законодательстве по охране труда. На семинар пригласили сотрудников предприятий и организаций, отвечающих за безопасность работников. На семинаре шла речь о том, что в Трудовой кодекс внесены важные поправки. Так изменились правила противопожарного режима. Кроме того, теперь нужно применять новый порядок расследования и учета случаев профзаболеваний работников. Также вводится новый порядок проведения спецоценки рабочих мест на микропредприятиях. В связи с этим необходимо внести изменения во все документы по охране труда. В первую очередь рассчитать риски, ввести систему управления охраной труда, СОТ. Далее мы теперь не просто обучаем, но и отчитываемся в Минтруд в электронном виде. На это тоже хочется обратить внимание, потому что на это не перешли практически многие организации. На семинаре должностным лицам, отвечающим за охрану труда на предприятиях и в организациях, со стороны торгово-промышленной палаты была предложена помощь в проведении аудита и подготовке отчетных документов. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.